В 8-й серии сериала «Домашний арест» Осипенко не оставляет надежды слить Самсонова еще до выборов и таким образом остаться единственным кандидатом, за которого будут голосовать. Несколько технических он назначит сам и заберет себе их голоса. Первоначальным поиском промата результатов никаких не дал. Самсонов прямо идеальный кандидат от народа. И в армии служил, в десантуре, и всю жизнь на работе трудился на одну зарплату, и православный. И даже в 90-е имел грамоты и благодарности от бригадира, которые ему вместо зарплаты выдавали. Не может быть человек настолько честным, то есть лохом, в терминологии чиновников. По мнению Осипенко, где-то точно есть у него грешки, и их нужно найти. Посмотреть 8-ю серию вы сможете 27 сентября.